станции в Приднестровье на прогулку в Екатерининский парк. Так решила Наталья, француженка с русским именем. И вот ее история. Ну, я была в Сукре, у меня бабушка там живет, и мне понравилась эта церковь, и я решила просто сделать фотку. А тут это университет, мы проходили, там красивые, ну, эти арки были, мне понравилось. И это этот поющий фонтан, по-моему. И особенно ночью вот это с цветами этими, очень красиво было. Знакомьтесь, это Наталья, ей 18 лет, она француженка, родом из Сан-Приеста. Откуда так хорошо знает русский, все просто. Оказалось, мама Натальи из Приднестровья, а сама девушка раньше каждое лето навещала родственников в Тирасполе, а тут не была 5 лет. Когда я заехала, прямо были эти арки, въезде в Тирасполе, и ну, мне очень это понравилось, так круто было. Оно было похоже на в Париже, как эта арка Шанс-Элизы. Натали уже успела погулять по столице и окрестностям. Все фото в Инстаграме. Мы подсказали, где сделать еще пару снимков. Наталья, я правильно заметил, что фотографии с Екатериной в вашей коллекции еще нет? Да, не было. Ну давайте, нужно это срочно исправлять. Как, для Инстаграма пойдет? Да, пойдет. Пойдет даже очень хорошо. Дальше к фонтанам. В последний визит Натальи всего этого не было, только пустырь. Как по-французски будет сыр? Мы чиз говорим. Тогда говорите чиз. Было как-то интересно смотреть, и макетом мне очень понравилось, и статуи все. А макеты вы имеете в виду Срединной крепости нашей? Да. Так прикольно было, я такого никогда не видела раньше. Я знаю много людей здесь, и многие мне близкие, и мне очень нравится, что у них как бы жизнь улучшается, и что город, где они живут, тоже красивым становится. Мы посоветовали Наталье еще сходить в сквер авиаторов, а скоро можно будет увидеть и обновленный дендрарий – городской стадион.